Я являюсь экспертом компании Pult.ru. Меня зовут Евгений Ермолаев. И сейчас вам расскажу о стойках для полочных акустических систем Atacama Nexus 7. Компания Atacama давно известна на рынке в качестве производителя специализированной мебели. И Nexus 7 уже много лет является лидером в классе доступных стоек под акустические системы. Рассмотрим их поближе. Atacama Nexus 7 сделаны из стали и являются сборными стойками. Состоят они из следующих компонентов. Верхняя площадка, основная ножка, две поддерживающих ножки потоньше, площадка и специальное место для ввинчивания четырех шипов, которые идут в комплекте. Соответственно, с помощью шипов мы получаем максимально возможную виброразвязку с полом нашей акустической системы. Цвет возможен как черный, так и серебристый. Высота стойки 70 см. Выдержать она может практически любую полочную колонку весом до 20-25 кг. При желании и некотором умении можно все вот эти стойки засыпать, просто отвинтив верхнюю площадку и засыпав туда, например, речного песка или свинцовой дроби. Это улучшит как качество звука, соответственно, станет у вас больше баса от любой вашей акустической системы, а также улучшит ее стойкость к различным возмущениям. Эти прекрасные стойки для акустических систем вы можете приобрести в нашем интернет-магазине pult.ru.